К другим темам. Историю одной улицы в своих работах отразил известный фотограф Владимир Кудринский. Экспозицию посмотрели мои коллеги. О красотах улиц города Владимир Кудринский может рассказать многое, но он фотограф, и ему проще показывать по-своему, с высоты по большей части, но главное – уловить мгновение. Это же история наша. Все-таки вот пройдет какое-то время, да, и людям будет интересно знать, как это происходило. И фотография меняется, и живопись меняется, и люди меняются, и город меняется. Улицу Чеканова-Лиханова Владимир Федорович исторически изображает впервые. Новая фотовыставка так и называется «История одной улицы». Здесь люди и архитектура неделимы. Новая и старая Чеканова-Лиханова в творчестве фотохудожника сплелись воедино. Каждая картина – летопись города. Все это – попытка увязать сегодня и вчера. Старая улица, она как бы много лирики было. Ну, например, озеленение было. Вот, правда, негде было присесть, вот, потому что скамеек не было. И люди ходили туда-сюда. А сейчас больше графики. Очень много столбов. Фотографии настолько настоящие, что кажется, что они вот-вот оживут. Зелень исчезает, облик зданий меняется. Посмотреть на работы можно до 4 сентября. Николай Евенко, Андрей Кузьмин, Антенна 7.